Радио 54. And we wanted to make music together, so the conclusion was to form a band that connects hip-hop and classic. Но на самом деле хип-хоп сочетать с чем-либо, это гораздо более, ну, гораздо проще, наверное, да, потому что в хип-хопе можно найти и накопать все вообще корни всех проявлений музыкальных. А как пришла эта идея к нам в голову? Мы были просто друзья, просто банд, и решили играть музыку. Как это сделать, если половина из нас академические музыканты, половина хип-хоперы? Решили поискать что-то на этой почве, и вот 14 лет назад эта идея пришла нам в голову, и вот к чему мы пришли за это время. And now finally in Russia, so the first very international experience with the symphony orchestra is in Russia. В 2006 году только мы придумали вообще выйти на симфонический оркестр, а до этого времени мы действительно в нашей группе, в нашем бенде как раз практиковали классику с хип-хопом. И, в общем, уже очень много объехали мы стран с этим проектом, именно симфоническим. Также мы, конечно же, выступаем еще и в клубах, и еще отдельно, как Eins Hoch Sechs, без оркестров. Но вот этот вот проект, который мы привезли сегодня, это наше достижение, и мы с удовольствием представляем его публике по всему миру. Поскольку я понял, что вы все сочетаете, симфоническая музыка, рэп, хип-хоп и, в общем-то, гитара у вас в руках, я так понимаю, что можно сейчас услышать прямо здесь в живом исполнении. Multi-musician, so или это будет не рэп? So, will it be rap or what? Yeah, it's an acoustic version of a song that is called Atemzug. And... What was the question? I'm sorry. No. Это будет, да, это будет акустическая версия песни, которая прозвучит тоже в концерте. Тоже про рэп. В смысле? Про рэп, да. Про него. Да. Окей. Yeah. Ich nehme meine Welt, dreh mich auf den Kopf. Glaube meine Ängste, bei dir häng ich am Tropf. Jede Minute will ich mit dir verschwenden. Nicht mal Mama sagt, wir sollten das beenden. Gib mir eine Sekunde der Welt und ich zeig dir. Baby, du bist die Welt, du gefällst mir. Ich atme dich ein und du atmest mich aus. Dabei kommt bei mir nur raus. Oh, 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 oh. Ich atme dich ein und du atmest mich aus. 106 ist live am Set, Studio 54. Und ich bin grad geweckt, doch komm aus dem Bett und leg mich wieder zurück. Aber wir genießen hier Stück für Stück. Ey yo, 106 macht Freestyle für die Leute hier im Haus. Und ihr wisst, das kommt raus und ihr wisst, das kommt laut. Und heute Abend auf der Bühne geben wir das Konzert. Und sind heute nur hier, dass der Rest der Welt ist mehr. Dabei kommt bei mir nur raus. Твой дом, твоя область. Новосибирск 106.2 FM.